Зареченские танцоры готовятся выступить на 25-м юбилейном Кубке Росатома имени Славского. Это всероссийский турнир по спортивным бальным танцам, который традиционно собирает лучшие пары со всех уголков страны. Приезжают пары почти из 30 городов Российской Федерации. Очень много участников. Представительные команды приезжают. Будет на кого посмотреть, за кого поболеть, кого бояться, скажем так. Это мнение разделяют зареченские танцоры Екатерина Лаврова и Никита Балуев. Для их пары это первый Кубок Славского. Спортсмены уверены, на паркете им придется встретиться с сильными соперниками. Есть такие пары? Есть, да. Много таких пар. Нам очень сложно сейчас будет. Но нам очень нужно КМС получить. Екатерина и Никита на турнире исполнят 10 танцев. Они будут выступать и в латине, и в европейской программе. Готовились с лета, с августа. Прям упорные тренировочки у нас были. На что упор делали на тренировках? Ну, мы нарабатывали физическую форму, чтобы не уставать в течение всех полтора минут. Ну и над техникой, разумеется, работали. Екатерине и Никите, как и другим участникам из старшей возрастной категории, в финале придется выступать под живую музыку. Это только один из сюрпризов, которые готовят организаторы. Приезжаю с показательными выступлениями вице-чемпиона мира, двукратные чемпионы Европы и многократные чемпионы России Армен Цатурян и Светлана Гудына. Они для вас исполнят танцы латиноамериканской программы. Турнир стартует 22 сентября. В этот день пройдет Кубок мэра Заречного по вальсу. Принять в нем участие могут все желающие. А 23-24 сентября состоится всероссийский турнир по спортивным бальным танцам. Свое мастерство на паркете продемонстрируют лучшие дуэты страны. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».